Инвестиции в интеллект. Запорожские промгиганты помогают школьникам добиться успехов в учебе и определиться с выбором будущей профессии. Ежегодное награждение выпускников-медалистов состоялось на комбинате «Запоросталь». Как поощряли подрастающее поколение за бессонные ночи перед учебниками. Далее в сюжете. Годы учебы позади, впереди экзамены и вручение дипломов. Эти выпускницы – лучшие среди своих одноклассников. В их аттестатах только высшие баллы. За успехи в учебе каждой подарили планшет. Как говорят сами школьницы, хороших результатов добились, глядя на пример родителей, которые трудятся на одном из крупнейших предприятий области. Мама работает здесь уже больше 20 лет. Главный программист, ведущий инженер-программист в отделе ОСУ. Я очень хочу поступить в Киев на международные отношения, международный бизнес. Это моя мечта. Мы к этому идем. Мне очень приятно, что вы идете по стопам своих родителей и уже на этом первом этапе такой взрослой жизни демонстрируете лучшие результаты и показываете пример остальным. На самом комбинате пример показывают не только школьникам, но и студентам вузов, рассказывает местное руководство. Отмечают, такая программа сотрудничества работает с 2012 года. Она предполагает не только возможность для молодежи получить первый опыт в рамках учебной практики, но и дальнейшее трудоустройство. Мы принимаем на работу, но здесь, извините, должна быть конкуренция. Комбинату нужны профессионалы. 120 человек уже вот буквально с понедельника приступают к работе, уже непосредственно на рабочих местах. Пройдут, так сказать, месяц ознакомительной работы, а дальше уже будут выполнять те функции, которые на них возлагают. Чтобы поддержать подрастающее поколение, предприятие регулярно оказывает помощь учебным заведениям. По словам руководства, только за последние полтора года сумма инвестиций в интеллект составила порядка 1 миллиона гривен. Эти деньги пошли на приобретение учебного оборудования, материальную помощь подшефным школам и стипендии 10 лучшим студентам.